Так, заказ уже. Сегодня пятница. Сделаем небольшой обзор схода. Вот здесь у нас готовится еда. Вот там у нас лекция. Здесь у нас книги продаются. Там фримаркет. Вот там АП 24 года. И теперь посмотрим поподробнее. Здесь готовится еда. Сделали сварную решетку или нашли ее. Здесь сделали. До этого были отдельные такие жерди. Они обычно расползались и потом гнулись. И сейчас прям сварная. Да, сварная. Круто. Вода, чай. Каши, каши сейчас нету. Так. Она со мной два раза думала. Есть спуск к реке. Спуск к реке. Да, вода отсюда берется. Вот вода добывается из реки. Ну, вроде нормально, так по чистоте чище, чем клязьма. Река мельче, поэтому чище, чем клязьма. Деревья кто-то спилил, это не мы спилили. Не было. Ну, там дальше, там, по-моему, нудистский пляж. Туда правее, там другой пляж. Так, общественная палатка. Общественная палатка, в которой можно жить, если у тебя нету места своего. Палатка. Не знаю, сколько там тепло, наверное, людей много, но людей тепло. Ну, вот вполне нормально. Даже вещи какие-то висят куда-то. Пенки люди свои приносят, ну, спальники тоже свои. Ну, зато есть крыша над головой. Так, вот здесь тоже лагеря. Вот там вход. И написано АВП 24 сход, я так думаю. Вот лагеря. Рязанов рассказывает. Здесь фримаркет или что? А нет, здесь за деньги. Где-то был вот фримаркет. Это торговая поляна. О, мне скотчем кто-то привесил эти штучки, спасибо. Какой хороший это человек. Лео. Это Лео такой классный человек, точно, Вадим говорит, что он все улучшает. Он такой хозяйственный, какой такой там. Лео большой молодец. Можно он напоминает такого фонарщика, шапки, который зажигает шапки фонарик. Из первого вида беру. Так, и здесь уже кротовская торговля. По своей цене. Здравствуйте, Рома. Здравствуйте. Книги. Прям какой-то фиксированной цене. Какая-то прямо толпа видеоблогеров у нас. Ну, что один делать? Только что ушел, второй пришел. Пути. Пути России. Евросоюза. Пятница, вот пятница уже, кто наступает в пятницу. Так, ночь с пятницы на субботу. Ночь с пятницы на субботу. Суббота. День и вечер. Почти все. Суббота. Конфеты, что ли? Еще какая? Спасибо. А ты же будешь делать дом в Калининграде, да, наверное? Надо будет потом сделать общее, ну, завтра. Еще со всех людей, кто делал дома, предъявить, чтобы к ним люди все обращались с вопросами. Сейчас есть тут Дунийский дом будущий, Калининградский дом будущий и прочие дома. Все так. Собрать, да? Давай. Вон лекция. Вон так, здесь кому на разные. Даже памяти Татьяны Яшниковой. Вообще надо сделать, конечно, памяти разных людей, что не только одна она уже ушла из нашего мира. Есть и другие, кто были с нами, вернее с нами. Поехали в Сан-Петербург. Аэропорт находится там на небольшом островке, и оттуда ходит метро непосредственно в Сан-Сеул. Сеул очень крупный город, в нем... Насколько я знаю, Корее. А работа в Корее, конечно. Достаточно разветвленная транспортная система, очень много метро,
очень протяженные. Ну, ну вот, еще не так управляет. Вот. Люди, деревья. Вон там вдалеке курилка. И там еще есть пляж, еще есть. Собака здесь. Это интересно. Обычно собаки запрещены. Какая-то нелегальная собака, очевидно. Так, ну вот здесь пока базируемся. Там прикольные палатки, которые прям почти целиком в траве. Почти целиком. Вот такая высокая трава. Палатки из нее торчат. Вот. Так, вот. Так вот выглядит сход. Кто приехал, молодец. Сейчас покажу палатку, которая полностью вот прям в траве такая зашифрованная в траве. Здесь курилка, место для курения, собираются разные люди. Да, зачем это все нужно? Ладно. Вот, здесь тоже он видно. Река давно. Вчера ночью мы думали, что вот эта тропинка, пытались туда пройти. Тропинка вот там. Вот, в принципе, вот так выглядит сход ОВП. Осенний, 24 года, 2019 год.